Дрифт-битва D1 Примринг Гран-при отгремела в Приморье. 40 пилотов 3 дня боролись за звание лучшего дрифтера международного турнира на Приморском кольце. В этом году, кроме российских и японских пилотов, в битве приняли участие дрифтеры из Таиланда и Китая. Российские пилоты дошли до четвертьфиналов. Александр Булычев и Георгий Чевчан уступили, соответственно, лидеру японских соревнований Масата Кавабата и китайскому дрифтеру Чоу. Японский легионер Примринга Тецуя Хибина выбил из соревнований соотечественников Дайго Сайто и Йосинори Кагучи. В финале Чоу проиграл Тецуя Хибина, который и стал победителем D1 Примринг Гран-при 2015. Любители экстремального спорта съехались во Владивосток для участия в ежегодном фестивале. В его рамках прошли соревнования по экстремальному катанию на скейтах, роликах, велосипедах, BMX и даже самокатах. На многофункциональной рампе в районе спортивной набережной представители Приморья, Хабаровска, Читы, Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского оспаривали награды турнира в разных дисциплинах. Среди поклонников экстремального катания на самокатах в номинации «Кик-скутер» лучшим был Никита Лубский из Владивостока. Среди профессионалов BMX отличился Алексей Алешин из Комсомольска. У скейтеров победил Евгений Бузукин, Владивосток. Приморец Максим Савин показал лучшую технику катания среди роллеров. Футбольный клуб «Луч Энергия» на мажорной ноте завершил продолжительное трехматчевое выездное турне. «Тигры» встречались с клубом «Тосно» из Ленинградской области. После череды проигрышей на выезде приморцы не могли победить в гостях с 10 августа. Удача наконец-то улыбнулась желто-синим. На 25-й минуте полузащитник «Луча» Максим Зюзин после скидки Вячеслава Кренделева пробил из угла штрафной, и мяч после рикошетов приземлился в воротах хозяев. «Тосно» начал играть грязно. 3 предупреждения и 2 удаления за матч. В конце встречи желто-синие не реализовали пенальти, но уже в дополнительное время «Луч» забил 2-й гол. После штрафного в исполнении Клопкова мяч в ворота подправил Руслан Гордиенко. Благодаря победе «Луч Энергия» вернулся в пятерку лидеров первенства страны.